352 мусорных бака приобрело правительство Магаданской области. Из них 235 металлических и 117 пластиковых. Все металлические баки переданы учреждению ООО «Региональный оператор Магаданский». Сотрудники этой организации уже установили контейнеры на нескольких площадках города. На сегодняшний день все 235 контейнеров расставлены по адресам. Они занимают 61 контейнерную площадку Магадана. Размещение баков производилось, во-первых, по принципу поступивших обращений граждан и жалоб, а также на тех контейнерных площадках, где требовалась полная замена баков старых на новые. Даже если на контейнерной площадке находились из общего количества баков баки старые в хорошем состоянии, мы производили полную замену баков на новые, не оставляя смешанные старые и новые. Весь адресный план размещения баков согласовывался дополнительно с муниципалитетом. В конце 2020 года региональным оператором приобретено 50 металлических баков с крышками. Все эти контейнеры будут расставлены на площадках Магадана там, где колымчанам их не хватает. На данный момент возникла проблема переполнения отходами на некоторых контейнерных площадках. Да, в том числе, что не хватает баков, потому что идет переполнение мусором. Либо на тех площадках, где летом, например, производился разброс мусора птицами и животными. Проблема с нехваткой мусорных баков может продолжиться, поэтому региональный оператор Магаданский подал заявку в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства с целью приобретения новых металлических баков. Контейнеры заказывает правительство Магаданской области. В 2021 году всего должны закупить 400 баков, 300 металлических и 100 пластиковых.